Егор Борисов предложил кандидатуру Евгения Чекина на пост председателя правительства Якутии. Сегодня он был представлен членом Кабинета министров. Евгений Алексеевич Чекин родился 24 августа 1973 года в Ярославской области. Окончил Ярославскую государственную медицинскую академию, Всероссийский заочный финансово-экономический институт. С 2009 по 2011 годы был начальником отдела государственно-частного партнерства Департамента экономического развития Ярославской области. С 2011 по 2012 годы руководителем Департамента государственно-частного партнерства Министерства экономики и промышленной политики Якутии. С 2012 года по настоящее время заместитель министра экономики республики. Окончательное решение о назначении будет известно после 25 октября. Фракция «Единой России» в Государственном собрании Ултымена Республики Саха-Якутия получила информацию. Она будет сегодня обсуждать эту кандидатуру. И мы на своем решении 24 октября примем свое окончательное решение по представленной кандидатуре. Я думаю, что имея опыт в экономике, имея такой возраст, имея такие силы, возможности, как сказал Егор Афанасьевич, который может говорить на любом уровне с любыми чиновниками, то я думаю, что это большая польза для нашей республики. Я думаю, что все то, что сегодня он будет делать, а это стратегия на 2020 год, 2030 год развития, он несет очередной вклад для нашей республики. С удовлетворением хочу отметить о том, что эта кандидатура является беспартийной. В последнее время достаточно редко такие кандидаты у нас получаются. Это один из важных критериев. Ну, второй существенный фактор, который мне понравился, опыт работы в сфере экономики. Ну, все остальные вопросы мы непосредственно лично ему зададим. И потому что спросят непосредственно с каждого депутата, зачем утвердили, как утвердили. Ну, будем работать, будем подтверждать.